Каждый день по несколько человек задают мне вопросы про электровелосипеды. Поэтому я решил записать видео с подробными ответами. Это будет самый понятный и подробный обзор на электровелосипеды в 2020 году. Электровелосипед – это велосипед, у которого есть электромотор. Мотор подключен к аккумулятору, от которого получает энергию. Чтобы соединить мотор и аккумулятор, требуется контроллер. Это небольшая коробка с электронной платой. Все провода от мотора, батарейки, ручки газа, экрана велокомпьютера и любых других кнопок и устройств, связанных с электроникой, подключаются к контроллеру. В следующих видео я буду рассказывать подробно про каждый компонент электровелосипеда. А если вы хотите покататься на самых разных электровелосипедах, приезжайте к нам на тест-драйвы. Подробнее на сайте velo69.ru.